Одинцовские единороссы в рамках реализации федеральных партийных проектов «Защита животного мира» и «Чистая страна», а также акции «Добрые дела» помогли модернизировать систему аэрации пруда в деревне Салманово. Для аэрации водного объекта в зимний период был изготовлен самодельный компрессор. Как пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, поскольку пруд неглубокий, а живущий в нем рыбе под толщей льда необходим кислород, то такая помощь была необходима.